Сегодня весь мир отмечает День памятников и исторических мест. Праздник установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО. По этому случаю в Дагестане проходят десятки акций, посвященных сохранению всемирного наследия. Многие музеи работают бесплатно, открываются двери исторических зданий и архитектурных комплексов, проводятся встречи, интеллектуальные игры. Дагестан – это уникальный край с богатым культурным наследием. На его относительно небольшой территории расположено около 9000 памятников истории и культуры. В составе данных памятников, конечно же, есть в том числе и памятники всемирного наследия, то есть комплекс, номинация всемирного наследия в своем составе имеет почти в крепостных стенах и региональные памятники, в городе Дербенте, крепостных стенах, и региональные памятники, и федеральные памятники. Значение, наверное, в первую очередь, каждая страна к своим памятникам вот, не очень относится достойно. Да, и наша страна, наверное, это отразила в своих правах и обязанностях.